Что ж, мы пришли, особняк Хокинсов. Ух, весь заколоченный особнячок. Это место после пожара заброшено. Здесь живет только старый Винчестер в этой хижине. Так, я думал, особняк полностью сгорел во время пожара. Я не вижу обгоревших деревьев, да и здание почти не пострадало. А вы, черт побери, наблюдательный. Огонь быстро потушили. Старик Сайлс действовал быстро, как мог. Но недостаточно быстро, чтобы спасти Хокинса. Они оказались заперты в гостиной. И больше не донимайте Сайлоса. Он и так жутко замучился. Мы попробуем осмотреть особняк поближе, или у вас еще есть вопросы? Так, давайте его пораспрашиваем. Я и не поверю, что 3 месяца назад оно выглядело лучше. Знаете, это очень старое здание. Его фундамент заложили, наверное, в день прибытия на остров первых поселенцев. Они в самом деле... Он в самом деле такой старый? Да ладно вам, давайте отложим историю про мертвецов. Они все равно не имеют отношения к вашему делу. Давайте поднимемся, если у вас больше нет вопросов. Так... Это вы вели дело Хокинса? Только не думайте, что я пытался это скрыть. Просто эта находка пошатнула мою уверенность. И поэтому вы хотите узнать, кто же вынес картину из особняка. Если мы чего-то не заметили или допустили процессуальную ошибку, полиция должна это исправить. Что-то еще? Ваш напарник Эндрюс предупреждал меня о нем. Вы смогли добиться чего-то от этого бездельника? Пожалуй, мне еще придется просить у вас совета. Он слишком много болтает. Он упоминал, что старик Сайлос слегка свихнулся. Пожалуй, это недалеко от истины, но в то же время и немного несправедливо. Знаете, Сайлос Винчестер работал в семье Хокинсов, сколько я себя помню. Чарльз был ему словно сын. В день пожара он потерял всю семью. Ему некуда идти. И, как видите, в каком-то смысле он все еще присматривает за ними. Вы хотите спросить меня о чем-то еще, или лучше поднимемся наверх? Так. Предпочитаю быть готовым к неприятностям, если они начнутся. Но кроме старика Сайлоса и пары гнилых досок, опасаться здесь нечего. Он может нам помешать? Строго говоря, он не опасен, но после трагедии немного тронулся. Хотя он очень крепкий мужчина для своего возраста, совершенно непредсказуемый человек. Грустные старики меня не пугают. Что ж, если вы хотите послушать моего совета, тогда пойдем. Так... Ладно. Темнеет здесь быстро, я не хочу прибыть на место в кромешной тьме. Я пойду с вами, главным образом, чтобы убедить Сайлоса. Да, давайте возьмем напарники полицейского. Почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Вы можете помочь. Точно, пойдемте. Говорит, кроме гнилых досок, ничего опасаться не нужно. Да. Так мы тебе и поверили. Ох, какой особнячок-то огромный. Доберитесь до особняка Хокинсов. Так, у нас есть здесь что-нибудь интересное? Так, сад у особняка Хокинсов. Констебль Брэдли провез меня мимо Дарквотерских скал в особняк Хокинсов. Огромный дом на вершине крутой горы смотрит прямо на маяк. Это место давно заброшено. Брэдли говорит про старого сторожа, который все еще живет здесь. Он не помешает нам войти в особняк. Так, констебль Брэдли, 37 лет, полицейский. Это провинциальный полицейский, уважает правосудие, всегда выполняет приказы. Великий сыщик из него не получится, но он куда больше своих коллег хочет узнать истину, скрывающуюся за делом Хокинс. Жители острова, похоже, любят его. Он может помочь мне в расследовании. Так, места. Особняк Хокинсов, сады.
Особняк Хокинсов расположен высоко на крутой горе. В заброшенном саду похоронены члены семьи, и только старый сторож Сайлас Винчестер все еще ходит по территории. Он ревностно оберегает ее и постоянно кладет цветы на могилы прежних хозяев. Мрачное местечко. Да-да-да, мрачное местечко. Так, о, можно почитать что-то. Брэдли был прав. Это куда место старше, чем я представлял. Так, а куда у нас Брэдли-то ушел? А, вон. Здесь нам не прочитать, да ничего. Что, идем за Брэдли сначала. Потом уже будем обыскивать территорию, осматривать. Ну что скажешь, Брэдли? Местечко-то, конечно, жутковатое. Да? Лицо у тебя тоже жутковатое. Так. Poor kid. Бедный малыш. Poor kid. Да, жалко ребеночка. Charles Hawkins. Могила Чарльза Хокинса. Кто мог это сделать? I told you. Я же говорил, Сайлас Винчестер все еще заботится о семье Хокинс. Должен признать, картина довольно мрачная. Итак, детектив, это место наводит на вас какие-нибудь мысли? Почему их похоронили здесь? Насколько я понял, таково было желание Чарльза Хокинса. Странная идея, полагаю. Уэбстер был этим недоволен. Отец миссис Хокинс, говорят, он полностью опустошен. Так. В смысле, я все осмотрел. Я еще не все осмотрел. Вернемся в особняк. Прошу, дайте мне минуту. Я и не думал, что после пожара приду сюда. Что же за безумец мог сосквернить это святое место и украсть обгоревшую картину? Я не могу представить, что это сделал Сайлас. Не говоря уже о том, чтобы он позволил... Даже стерва Бейкер. Боже, как же мне жаль эту несчастную семью. Что такое? Я не успеваю прочитать, блин. Так. Цветы на могиле Сары Хокинс свежие. Старый сторож, наверное, был очень к ней привязан. Я больше ничего здесь интересного не вижу. Деревце такое. Что, его здесь оставить наедине? Да, кстати, в этом складе 36, там силуэт-то человека мы видели в этих... В бинтах. Может, все-таки кто-то выжил после пожара? Как вам такое предположение? Так. Что у нас здесь? Маячок виднеется. Ух ты, прям так. Вот и порт. Видно. Кто-то пользуется камином. Полагаю, именно здесь живет старый Винчестер. Winchester lives. Ну, возможно, да. Хибари такой.
О! Что это? Маленький деревянный кит. Фигурка кита, вырезанная из дерева. Такие игрушки моряки делают для своих детей. Улика. В принципе, здесь освещать нечего. Ну что, двигаемся к особняку. Так. Упала недавно, как будто бы сама жизнь покидает это место. Sturdy. Крепкий и острый. And well sharpened. Sturdy. And well sharpened. Топорик. Интересно. Интересно. Ну что же, двигаемся к особняку. Мне уже не терпится посмотреть, что нас ждет в особняке. Спокойная играет, нагнетающая атмосферу. Угу. Так, Брэдли-то не идет за нами. Окей. Показалось, какие-то тарелки разбитые. А. The axe is gone. Топора больше нет. Нужно быть настороже. Да-да-да. Кто-то спер топор. The axe is gone. I'd better be on my guard. Жесть. Так. Ну что? Здесь у нас дверь заколочена. I'll have to find another. Придется найти другой вход. Окей. Значит, идем сюда. Так, здесь у нас тоже ничего нет. This entrance is still in use. Этим входом еще пользуются. Воу-воу-воу! You are trying to force the door. Ты пытался выломать дверь, хер любопытный. Easy, sir. Полегче, сэр, хорошо? Положите топор. Знаете, что мы делаем с такой рваниной, как вы? Выпускаем кишки и бросаем в океан. Dump them into the ocean. Воу-воу. Это вы, мистер Винчестер? Отпустите топор и давайте поговорим спокойно. Я покажу, как на Dark Water разговаривают с чужаками. О-о-о-о, не скриняйте это место. Ты и так и не простил себя и остался, чтобы почтить память погибших. Это правда. Я не хочу больше трагедий. No more tragedy. It's painful. Тяжело оставаться последним. You don't know how ты не представляешь, как ты прав. Understood. Все понял? Я слушаю. В полицейском отчете говорится про семейную ссору, но у Стивена Уэбстера есть причины полагать, что это не так. Уэбстер упрям, как старый мул, а ведь я говорил ему, что нужно оставить мертвых в покое. Он хочет восстановить доброе имя дочери. Я должен увидеть, откуда начался пожар. Нет, я не могу тебя впустить. В доме опасно. Ты поэтому забаррикадировал вход? Да. А эта дверь? Она закрыта. И она останется закрытой. Фу.
Тут еще, оказывается, надо на время думать, что ответить. Нас чуть было не зарезали. Так, хочешь от меня избавиться? Ты был привязан к Саре Хокинс. Этот ключ тебе все равно не нужен. Ты все еще накладешь цветы на ее могилу. Ты чтишь ее память? Миссис Хокинс была невероятным человеком. Она заботилась обо всех, кто оказывался рядом. Я хочу пролить свет на то, что с ней произошло. Отдай мне ключ. Наверное, совершаю большую ошибку, но она будет не в первой. Вот, бери ключ и делай, что должно. Ну давай, ты мне уже надоел. Посмотрим, что еще можно узнать в этом особняке. Фу, все прошло как-то гладенько, все спокойно. А вон и Брэдли подошел, как всегда вовремя, блин. Так. Сайлс Винчестер, возраст 64 года, смотритель в доме Хокинсов. Сайлс Винчестер, старый слуга семьи Хокинс, продолжает заботиться о семейной кладбище и сгоревшем особняке. Он хранит верность Чарльзу Хокинсу, которого, можно сказать, вырастил и с огромным уважением относится к памяти Сары Хокинс и их ребенка Саймона. Проведя много месяцев в заброшенном доме, он сделался очень недоверчивым. Сайлас Винчестер продолжает приносить цветы на могилы Чарльза, Сары и Саймона. Такой вот он верный этой семье человек. Так, ключ от черного хода. Я завладел ключом, который открывает дверь черного хода в особняк Хокинсов. Надеюсь, риск того стоил. Да. Ну что ж, давайте посмотрим. Раз нам дали добро пробраться. Пирс, пойдем. Если нам дали добро пробраться в особняк. Теперь, если вы закончили болтать с Сайласом, может быть, осмотрим особняк? Вы правы. Идемте. Окей. Так, а это нам не взять, да? Заглянем внутрь. Итак, особняк Хокинсов. Пирс и констебль Брэдли осмотрели сады, окружающие особняк Хокинсов. Семья похоронена в саду, который охраняет Сайлас Винчестер. Старый сторож, все еще верный своим прежним нанимателями и вооруженный топором, присматривает за могилами. Пирс и Брэдли смогли успокоить его и, наконец, завладели ключом от особняка Хокинсов. Они вошли в здание, чтобы осмотреть место, откуда начался пожар. Фух. Прям уж не терпится. За мной, я знаю это место. Кто оставил зажженную свечу? Кстати, да. Если здесь никто не ходит. Эта дверь была закрыта у нас. О, картиночки. Кто-то зажег все равно свечу. А может, это и Сайлас? Может. Все может быть. Так, у меня тоже есть зажигалочка. Можно посветить тут. Чё за... Я не могу понять, на картине что-то такое изображено, да? Что за звук-то был, за музыка такая? Последняя вечеря Хокинсов. What does this tell me? И о чем это говорит? На место происшествия войти. Так, туда не выйти. Что это за мясо? Это, наверное, мясо того этого. Чудовище, которое выловили-то.
этот, как его? Самый там улов-то этот, про который ходят легенды. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Charles Hawkins. Так, какие-то похлебки. На суп не похоже даже. И что? Ну вот, наверное. Сара и ее сын на картине. Ну что-то я больше ничего такого не вижу здесь. Может здесь? А, во! Видимо, мальчик here. Сидел здесь. Уронил свою тарелку на пол, и она разбилась. И он подскочил, да, что ли, или что это? Sarah Hawkins played. Тарелка Сары Хокинс. Почему она к ней не притронулась? Что-то случилось за этим столом. Ссора? Кстати, возможно, да. Похоже на ссору. А что если это мясо, оно вызывает агрессию какую-то? И муж Сары съел, стал агрессивным, начал орать там что-нибудь. Произошла ссора. Так. Пирс, снова спите на ходу? Работаю, констебль. Эта обеденная тарелка много расскажет нам о семейной жизни Хокинс. У нас нет так много времени. Пожар начался в соседней комнате. Как всегда, гроза начинается. Сразу атмосферка такая. Смотрите, плесенью уже все покрылось. Разбитой тарелки нет. Сара Хокинс и маленький Саймон. Идеальная семья из среднего класса. Это ее подпись, что ли, получается? Сара. На картинах. Так. Отсюда мы пришли. Окей. А, нет, вот он. Мы не с той стороны просто стояли, вот она, тарелка разбитая. Игрушка. Фу, крыса. Игрушку не посмотреть, да, нам не подобрать. Так, а там комната, откуда начался пожар, получается. Понятная, замазанная картина. Все завалено. А, можно еще обжечься, да, получается? Картина со свадьбы. Свадьба Чарльза и Сары Хокинс, изображенная лично Сарой. Чарльз Хокинс был каким-то исследователем? Фотография Чарльза Хокинса. Чарльз Хокинс позирует словно первооткрыватель перед экзотическими руинами широко известно.
что он промотал свое состояние на дорогие путешествия. Что же он искал? Так. Кстати, у нас же, по-моему, там... Да. Очко появилось. Одна оп. Так, расследование. Вот так. Так, последняя вечеря. После пожара в особняке Хогинса в столовую никто не входил. По обстановке можно понять, где сидели члены семьи. Очевидно, этикет тут чтили, даже когда оставались наедине. Чарльз Хокинс сидел во главе стола, а жена и сын по разные стороны от него. Стул могли перевернуть и после пожара, или во время ссоры. Жаркое на некоторых тарелках оставалось нетронутым. Похоже, причиной ссоры между супругами Хокинс послужило именно это мясо, чудесным образом сохранившееся. Кстати, да. Оно сохранилось. Так. Too much, Robert. Слишком много камней. Попробую найти способ попроще. Ладно, идем в комнату. Let's see if I can find. Посмотрим, может быть, я найду что-то упущенное полицейскими. О, еще одна очучка. Давайте посмотрим, что можем еще. Ой. Так вот. Так. Детский труп оставил след. А где следы от остальных трупов? А, типа они вот здесь сгорели? Я думал, они... Хм. Странно. Ну, как будто загнали, наверное, сюда их и подожгли. Чарльз Хокинс много пил? А может, он и поджег? Оп, место картины. Если картина из доков и в самом деле висела здесь, почему она не сгорела? Да, точняк. Точняк. Об этом я даже что-то не подумал. Как она уцелела? Они подрались. Почему? Все интереснее и интереснее. Они остановились во время пожара. Так, в смысле, у нас еще одно дополнительное очко есть. Так. В смысле? Подтверди. А, о, все, подтвердили. Так. Разбитая масляная лампа. По данным полицейского отчета, именно эта лампа стала причиной пожара, который уничтожил особняк Хокинсов. Однако пятна крови на осколках указывают на другое. Хм. Стекло этих тяжелых часов разбито, а стрелки показывают 10 часов. Это может указывать на время начала пожара, а может не указывать вообще ни на что. Что здесь под столом? Сара Хокинс потеряла туфельку. Как? How? В смысле, как? Ну, потеряла она туфельку.
Обгоревшая туфелька, похоже, она принадлежит Саре Хокинс. Что-то насчет туфельки я не въехал. Так. Что у нас еще-то? Похоже, что-то еще. Кто-то смог спастись от пожара. Ха. Я же говорю, кто-то, блин. 100% это муж. Если нашли труп ребенка и ее, вот показано. 100%. Кровь. Эту лампу кто-то бросил. Это был не несчастный случай. Тут была драка. Здесь кто-то упал. Отчаянная попытка бегства. Итак, детектив, что вы об этом думаете? Так. Официально заявляю, полиция запорола это расследование. Улики не соответствуют вашим домыслам. Это не несчастный случай. Да. Я абсолютно уверен в том, что пожар случился не в результате несчастного случая. А почему тогда? Это поджог. Это убийство из ревности. Кто-то намеренно поджег особняк. Вы уверены? Есть только один способ узнать наверняка. И куда он полез? Так, еще одно. Очко дополнительное опыта. Так, психологию будем качать. Еще какие-то улики. Место пожара. Версия пожара, которая создается при взгляде на гостиную Хокинсов, полностью противоречит полицейскому отчету. Во-первых, отпечаток ладони, который указывает на то, что кто-то мог выжить. Тела Чарльза и Сары Хокинсов не оставили следов на полу ни в гостиной, ни где-то еще, в отличие от тела ребенка, след которого явно виден у камина. На осколках стекла на полу видны следы крови. На стене виден явный след от картины, найденной на складе Хокинса. А значит, дело не в семейной ссоре. Кража картины. Хочу вас попросить ничего не трогать. Если шеф Уэст узнает, что мы делаем, у меня будет серьезная неприятность. Да ладно тебе. Не сыкуй. Жесткие расследования требуют жестких мер. Так. Дверь закрыта. Крысы бегают. История медицины. О! Эта книга посвящена медицинской науке и методам лечения, принятым в 18 веке. Строго говоря, она охватывает только так называемые цивилизованные страны. В ней не упоминается их холистическая медицина и достижения народов, которые считаются ущербными. Так,
Оккультизм у нас вообще ноль. По оккультизму мы вообще ничего. Ничего и никак. Так, дело-то можно, да, посмотреть еще, что у нас? Угу. У входа в особняк... А, вот особняк Хокинсов, да, получается? Вход в особняк стояла зажженная лампа, словно ждала нас. А еще там был старый сторож, который считал, что может помешать мне войти внутрь. Я должен найти место, где погибло семейство Хокинсов. По пути я соберу как можно больше информации об их жизни. В столовой ничего не изменилось с той ночи, когда произошел пожар. В ней я узнал кое-что важное об отношениях между Чарльзом и Сарой. Похоже, в ночь, когда случилась трагедия, они поссорились. Частично в выгоревшей комнате огонь оставил несколько улик, незамеченных местными полицейскими. Даже констебль Брэдли был вынужден признать, эта комната говорит совсем не то, о чем написано в полицейском отчете. Кровь на осколках стекла от разбитой лампы, отпечаток ладони на двери, оставленный человеком, который попытался уйти от пожара. Мы на месте преступления. Нужно дальше осматривать особняк, чтобы найти информацию о жизни и смерти семьи Хокинсов. Окей. Блин. Ну ладно, пока здесь светло. В принципе. О. Вспышки такие яркие. От молнии. Дверь выломана. Эти бинты покрыты высохшими пятнами крови. Но чьей? Это значит, чувак, который... с бинтами. Который на складе живет. Он был здесь. Так, у нас загорелся знак вопросика. The lyrics of the drunken sailor. Слово пьяного матроса, старые моряцкие песни. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Все завалено. Дверь не открыть тоже. Эта дверь заблокирована снаружи. Оригинальное издание Франкенштейна Мэри Шелли 1818 года. Прикольно. Ты все обжигаешься. Моби Дик. Моби Дик. Мелвилла классика. Эпическая битва человека и кита. Классика особенно для семьи судовладельцев. Обязательное прочтение для любого китобоя, я считаю. Ну да. Наверное, в улики, да, попал, нет? Это пианино не работает. Похоже, Хокинс держал его скорее для интерьера, чем для игры. Столько книг, это библиотека? This place was falling. Дом начал разваливаться задолго до пожара. A book on the first книга о первых обитателях этого острова. Кажется, они появились здесь где-то в 14 веке.
человеческого тела сравнительный анализ. Очень подробный и точный трактат об особенностях человеческого тела, его отличие от тела животных. Трактат написан простым языком без использования специальных терминов, поэтому доступен широкому кругу читателей. Тоже медицина, да? Медицина потихонечку у нас прибавляется. А вот оккультизм. Семейка. Так, а это кто? За ниша такая здесь. Есть в этой картине что-то тревожное. Не говори-ка, Пирс, и не говори. 20 тысяч лье под водой. Еще одна история тайных бездны. Редкое издание романа Жюль Верна. Вот у нас знание тут. Сына, Моби Дик. Что-то скрытое нашел. Лом найден на особняке Хокинсов. Вероятно, он принадлежит смотрителю Сайлосу. Ха. Лом. Может пригодиться. Мы как Гордон Фриман с ломом. Книга об охоте на китов, которые весь прошлый век кормили островитяне. История Дарквотера. Остров заселили в 1692 году две семьи, прибывшие из колонии в Новой Англии. Древнегреческая мифология. Геката, богиня смерти, дочь Тартара и мать Сциллы. Можно зажечь. Пускай горит. Пускай горит себе горит. Что же могла натворить Сара, чтобы этот человек угрожал ей полиции? О, милостивые жалобы. Милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен вразумить ее. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хоть обратиться в полицию, хотя поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением, всегда ваш Антон Уэллард. Так. Ломик. Что за звуки такие? Блин, эти вспышки. Вспышечки, дверь тут сломана. Блин. Обжегся. Так.
Locked. Заперто. Тоже, наверное, заперто. О, нет, открыто. А, это детская, наверное. Это, наверное, детская. Вот. Ну что, друзья, ладно, время к концу видео уже подошло. Вот. Закончим на этом. Осматривать особняк продолжим в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, все ссылочки будут в описании под видео. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.